открываются следующие остановки: проспект Буденного, пересадка на трамвае 34 и 36. Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка — улица Буракова. Уважаемые пассажиры, в связи с внесением изменений в Кодекс Москвы об административных правонарушениях 27 июня 2011 года за безбилетный проезд и неоплаченный провоз багажа в городском пассажирском транспорте установлен штраф в размере 1000 рублей. Благодарим вас за своевременную оплату проезда. Максимум. Нет. Все там.
осторожно. Двери закрываются. Следующая остановка. Фрегат Контрест. Уважаемые пассажиры, вот трамвай осуществляется только через переднюю дверь. Выход через все остальные. Пассажиры с детскими колясками проходят через вторую дверь с обязательным ношением талонов и валидатором. Больше 10-12, да. Ну, можно было набрать еще побольше. Ну, 10, будет 10. Да, конечно, там осторожно, двери закрываются, следующая остановка, станция метро «Авиамоторная». Значит, вот у вас существует программа... Приспешение трамп во время движения «Зернопуск» за поручни. Октябрьское трамвайное депо приглашает на работу учеников водителей трамвая, водителей трамвая первого, второго, третьего класса. Приглашаются слесари по ремонту подвижного состава. Работники депо обеспечиваются бесплатным проездом на наземном пассажирском транспорте зарплатой с постоянной индексацией. Телефон отдела кадров 670-78-64. 670-78-64. Хорошо, я вам все сброшу. Yeah.
станция метро «Авиамоторная». Уважаемые пассажиры, соблаговременно готовьтесь к выходу. При выходе из вагона не забывайте свои вещи, а о вещах, оставленных другими пассажирами, сообщайте водителю. Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка – Пушинская улица. Yeah.
Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка – Старообрядческая улица. Уважаемые пассажиры, соблюдайте правила дорожного движения, не перебегайте дорогу перед близко идущим транспортом. Переходите улицу только на зеленый сигнал светофора. Трамвай, стоящий на остановке, обходите спереди, проверяйте автобус сзади. Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка – Узкая товарная станция. Уважаемые пассажиры, вход трамвай осуществляется только через узкую маркету. Все остальные пассажиры с детских мест проходят через вторую дверь с обязательным вращением колонок через вантаж. Товарная станция. Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка — станция метро Площадь Ильича, метро Римская. Уважаемые пассажиры, Государственная противопожарная служба Москвы напоминает вам, что пожар легче предупредить, чем потушить. Соблюдайте правила пожарной безопасности, вы на производстве помните, что в случае возникновения пожара и других чрезвычайных ситуаций следует звонить по телефону 01.
уважаемые пассажиры, заблаговременно готовьтесь к выходу. При выходе из вагона не забывайте свои вещи, а о вещах, оставленных другими пассажирами, сообщайте водителю. Осторожно, двери открываются, следующая остановка Библиотечная улица. Библиотечная улица. Уважаемые пассажиры, для совершения разовых поездок пользуйтесь картой «Тройка». Стоимость одной поездки. Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка – Малый Рогожский переулок. Пересадка на трамваи 12 и 46. Уважаемые пассажиры, вот трамвай осуществляется только через переднюю дверь. Выход через все остальные. Пассажиры с трамваями остаются. Пересадка на трамваи 12 и 46. Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка – Адельмановская застава. Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка – Большая Калитниковская улица.
При снижении трамп во время движения держитесь за поручни.